В эфире программа «Время говорить», в студии Юлия Ракоцкая. Здравствуйте. В сентябре в Приморье пройдет фестиваль воздухоплавания «Открытое небо». К этому случаю у нас в гостях Дмитрий Климов, генеральный директор режиссерского центра «Творец», организатор фестиваля «Открытое небо». Дима, здравствуй. Добрый день. Ну, уникальное событие у нас какое-то пройдет. Потому что, честно, про фестиваль воздухоплавания у нас в Приморье я ни разу не слышала. Да и вообще, шума ты уже наделал, на центральной площади установил шар. Постарался. Не с первой попытки, правда, но тем не менее, все удалось. Что за мероприятие такое пройдет и когда оно пройдет? В сентябре, в самом бархатном сезоне, в селе Стеклянуха, вот 16, 17, 18 сентября, целых три дня, будет такое масштабное событие, вот как фестиваль. То есть в Приморском крае есть воздушные шары, причем, оказывается, существуют они уже очень давно, буквально с 2012 года, чему я был сильно удивлен. Я договорился с ребятами и решили вот устроить такой массовый запуск. Ну, конечно, привязные полеты будут, до Каппадокии мы дойдем года через два, но все равно это выглядит очень эффектно. То есть благодаря тому, что поставили шар на площади Борцов Революции, люди хотя бы начали понимать, что... Что он такое воздушный шар? Не просто, что такое воздушный шар, а какого он размера. Потому что люди, когда смотрели, вот высота пятиэтажного здания, у многих был действительно детский восторг. Да, я сам там по площади бегал, счастливый и довольный. И когда они узнавали, что на самом деле это самый маленький воздушный шар, для них это было еще больше удивления. То есть они уже так понимают, что, блин, действительно очень круто съездить на фестиваль, увидеть, когда их стоит несколько. То есть это действительно классно. И да, такого на Дальнем Востоке не было ни разу. Ну, вот именно по размерам, по масштабу, по формату. Был в 2015 году фестиваль воздушных шаров в Хабаровске. Его организовывали сами воздухоплаватели. Но это было просто в пригороде Хабаровска. На парковке условно стояли несколько шаров. Мероприятие шло, до сих пор помню, с 4 вечера до 22.00. И все. Ну, то есть достаточно быстренько. Да. И это был единственный фестиваль воздушных шаров, условно, который проводился вот на Дальнем Востоке. Ну, в Приморском крае, кстати, более не было. Ну, вот хорошее сравнение с Каппадокией. Я только хотела спросить, оттуда сперли идею или нет? Нет. На самом деле, я в 2017 году оказался на фестивале воздухоплавания «Абинская ривьера». Это в Краснодарском крае. Тоже трехдневный формат мероприятия, тоже были воздушные шары, сцены, сверхлегкая авиация. И мне это очень сильно понравилось. Это было довольно-таки далековато от Краснодара, то есть где-то часа полтора езды, то есть там далеко-далеко, даже связь там не ловит практически. Но все равно, вот, когда вот огромная поляна, вот куча воздушных шаров, куча там людей, какие-то артисты выступают, постоянно над головой какая-то авиация летает, это действительно непередаваемые такие ощущения. А когда я сам лично еще поднялся на воздушном шаре, это сказка. То есть это невозможно описать, он же поднимается плавно, нет вот шума какого-то двигателя, действительно вот воздухоплавание, да, вот как идет слово, да, вот как на море, и точно так же там. То есть понимаешь, что находишься в воздухе. Постепенно, да, и везде просто тишина, да, там поют птицы, то есть нету никаких механических звуков. Это настолько круто. Ветер развивает волосы, там жар от горелки, супер. Места много там в этом шаре? Мне всегда было так интересно. Я ни разу в зависимости от размера шара. То есть в этом году мы будем использовать, не помню точную формулировку, как она называется, но это пятиместный. То есть с пилотом там до 5 человек умещается в корзину. А так есть, кстати, у этих же самых ребят, в Уссурийске, корзины, которые умещают до 12 человек. То есть она такая прямоугольная люлька, шар еще больше, чем я стоял на площади Борцов Революции. И там, ну, большое скопление людей может быть. Да. И они вообще могут массово этим наслаждаться. А почему именно шары? Ну, почему там, я не знаю, не что угодно, почему шары? Тут нужно небольшую предысторию сделать. Я родом с города Арсеньево. То есть наш маленький промышленный город, столица вертолетов, да, вот военных. Ну да, почему не вертолеты, раз из России? Я уехал в начале 2012 года за пределы Приморского края. Много путешествовал по России, последние года жил, получается, в Краснодарском крае, вот откуда я фестиваль знаю.
И во время пандемии, когда я понял, что надо на что-то переучиться, мероприятия делать нельзя, я вернулся на родину сюда. После долгого отсутствия я увидел, что в Приморском крае очень много чего нет в плане каких-то массовых зрелищных событий. И приехав непосредственно в сам Арсеньев, встретив своих там старых друзей, с которыми я лет 10 не виделся, то есть у них уже дети, и дети видят то же самое, что и я. В детстве завод, родителей заводчан, и периодически, если повезет, на неделю съездить в августе на море. Все. То есть это все, что они знают. Когда в этом году разрешили уже, ну, стало понятно, что можно снова делать массовые мероприятия, я долго выбирал, с чего начать. Хотелось как-то что-то сделать яркое, потому что я понимаю, что люди соскучились за года пандемии по каким-то интересным событиям. Подумал о фестивале. Просто так думал, было бы прикольно. Ну, вот именно с воздушными шарами, потому что, ну, что можно представить? Масштабнее и ярче воздушного шара. То есть вертолет, он там вдалеке летает, шумный и все. То есть, а шары, они более такие ярко-красочные и более плавные, так раз для плавного входа снова в стезю организации мероприятий. И когда я узнал, что есть воздушные шары в Уссурийске, конечно же, я ребятам сразу и позвонил. Причем я был уверен, что они, наверное, открылись недавно. Ну, я у них так спрашиваю, наверное, там месяца два только работаете. Да нет, они давно. Вот они мне сказали, мы говорили с 2012 года. Я так удивился, говорю, что за все это время никто не делал фестиваль? Они такие, нет, нет, ну, будем первые. Ну и отлично. Конечно. Как же без этого? Этого же и требовалось добиться-то, чтобы быть первыми, чтобы открыть все первыми. А шар, воздушный шар, это безопасно? Это самый безопасный летательный аппарат в мире. Даже если что-то пойдет не так, но начнем с того, что может горелка пойти не перестанет так. Горелка перестанет гореть. Да, шар остывает, он плавно опускается в любом случае. То есть он не пойдет ни в коем случае. К земле. Да, это действительно самое безопасное, это самое плавное, плюс, ну, по крайней мере, под управлением профессиональных пилотов, я так скажу. То есть не профессионал, ему, не знаю, можно флажочек дать, он даже и может кого-то поранить. А эти воздушные шары, они максимально безопасны благодаря плавному движению, благодаря тому, что там нету каких-то механических сложных конструкций. То есть он элементарно простой. То есть есть большой купол, сам шар, да, есть подача горячего воздуха, и есть корзина, где сидят люди. Все. Когда это все крепко закреплено условно веревками, оно так и держится. Ну, все это будет проверяться, отсматриваться вами, организаторами. Конечно. Ну и плюс действительно профессиональные пилоты. Они обучались не только там где-то здесь, они постоянно ездят там по России, повышают свой уровень квалификации, учатся чему-то новому. То есть, чтобы управлять воздушным шаром, там нужно обучиться намного, мне кажется, сложнее и интереснее, чем... Самолету. Чем на машину бежим. То есть это действительно такой, там очень много таких нюансов, но там, опять же, не сколько механических, они очень сильно изучают физику, то есть дуновение ветра, там все нюансы по погоде как-то происходят. И то есть у них за долгие года, за этот опыт, они уже когда приходят на какую-то территорию, они сразу говорят, ну там чуть ли не так... Угу. Так, ветер понятно. Пойдет, да, все, здесь можно его поставить, сюда растянуть, да, и мы его поднимем. То есть благодаря их профессионализму, начнем с этого, мы умудрились поставить шар на площади Борцов Революции со второй попытки. Хотя тоже ветер был на второй день достаточно сильный, но мы все-таки справились. То есть ребята мега молодцы. Интересно, что они еще и учатся где-то этому. Мне казалось, ну, пилот. И даже не знала, честно говоря, что там пилоты бывают. Я думала, что он сам по себе. Включили горелочку, он поднялся и все. Нет, там по технике безопасности очень строго. Там же все-таки газ идет. То есть это горелка, как включать. То есть не передержать, чтобы не перегрелся купол. Ну, очень много нюансов. Даже все их я сам не знаю. То есть это с виду, он кажется, элементарно простая конструкция, и им невозможно управлять, но на самом деле современные вот эти вот аэростаты, там есть боковые клапаны. То есть они за нужную веревочку тянут, открывается сбоку, не знаю, условно окошечко, выходит лишний воздух. Да, лишний горячий воздух, да, и он начинает шар немного двигать в сторону. То есть это, конечно же, не самолет, который при движении штурвала может резко куда-то повернуться, но все равно там получается какой-то курс корректировать. Плюс они хорошо разбираются в воздушных потоках.
То есть они понимают, ага, я сейчас хочу пойти туда, туда будет ветер дуть где-то на высоте уже чуть-чуть повыше, либо наоборот пониже. То есть и они начинают благодаря этому корректировать свое положение. То есть это очень захватывающе. Если их послушать, они очень много могут рассказать в этом плане. Не быть мне пилотом воздушного шара, я в физике ноль. Сколько всего шаров будет на площадке? От 4 штук. То есть в этом году не получится сделать много, это все-таки первое мероприятие. То есть, ну, очень много трудностей вообще при организации в этом плане. Поэтому мы делаем максимально, чтобы было и эффектно, красиво, и реально по организации, так бы сказал. По осуществлению. Да, самое подходящее число. Дело в том, что у нас в Приморском крае нет развитой инфраструктуры под организацию подобного рода мероприятий. То есть вот эту вот поляну, это я нашел, можно сказать, у частных лиц. То есть мы там готовим, начинали, я почему-то думал, что 6 гектар всего лишь. Когда начали это все косить, подготавливать, я встречаюсь с ребятами, как идет процесс, они говорят, ну там сделали, там такие-то объемы. Я говорю, ну, слава богу, 6 гектар. Они на меня смотрят, говорят, Дим, какой 6? 16 гектар. Я так думаю, блин. Еще не докосили, еще косится, потому что там то пилу сломали, потому что вроде чистая свободная поляна, где-то чуть в стороне, там какого-то фига, другого слова не подберу, торчала труба. Хотя не было там ничего построено. Откуда там труба, непонятно. Ну, взялась это. Да, а сломали косу, сейчас ремонтируем косу, чтобы дальше косить. То есть работают бульдозеры, там, ну, очень много таких задач. Ну, поляну немного мы заузили все-таки с 16 где-то на 10 гектар, но в любом случае это очень большая территория, где может разместиться большое количество людей. Ну, 1 гектар – это много, 16, 10 – это вообще какое-то космическое пространство. Да, и практически все оно будет чем-то застроено. То есть это действительно открытая отдельная поляна. Ну вот, к этому вопросу подошли. Что еще, кроме самих шаров, будет на площадке? Прям подробно. На любой цвет и вкус будет развлечение. То есть мероприятие максимально семейное. То есть сразу про что хочется сказать. Сделали там с краю отдельную территорию под кемпинг, где каждый желающий может поставить палатку. Судя то есть по... там можно будет ночевать даже? Да, все 3 дня. Я сам там буду жить, ну уже там в зоне организаторов за сценой, конечно, но в любом случае. И очень много людей, когда звонят, интересуются вот про эту территорию кемпинга, и прям сразу говорят, мы с удовольствием приедем прям сразу с палатки. То есть там где-то минимум 100 на 50 метров будет площадка, вот где вот палатки можно будет разместить. При желании даже можно будет уйти немного дальше. С учетом того, что я понимаю, что русский человек всегда захочет что-то пожарить. Естественно. Чтобы они не спалили мне там барбекю, зона пол леса, да. Мы там еще поставим мангалы. То есть, чтобы можно было подойти, пожарить там мяско, к примеру, и уйти. Но это для тех, кто уже живет, условно, на территории кемпинга. Кто конкретно так заехал на несколько дней? Да, именно так. Также будет представлен полноценный ресторанный дворик. 14 павильонов с едой. Тоже на любого гурмана. Костра улица. Да, именно так. Вот чем-то напоминающее, как на Адмирала Фокина сейчас находится, только немного пошире площадка, ну и немного другая кухня. Ну, все-таки где-то что-то полевая там, где-то на газон. То есть там будет лапшичная, бургеры, пицца, шашлычок точно так же. Ну, много чего интересного. Напитки разнообразные, безалкогольные. Обязательно, это важный такой момент. Алкоголя нет на площадке, запрещено? 6+, нигде ничего никак не продается. Я, конечно, понимаю, что многие будут там стараться что-то где-то пронести, поэтому на фестивале будут дежурить отряды полиции, правительства, и отдельно представители частной охраны организации какой-нибудь. То есть за эти будет строго. Для желающих выпить входа нет? Там же как? Если человек ведет себя адекватно, слегка выпил, ну, конечно же, его там особо не трогать не будет. Да. Но я очень принципиальный. Причем, наверное, так жестко я стал реагировать после 9 мая этого года. Когда я приехал на площадь борцов революции и выползаю с площади в 5 часов дня. Не знаю, какими словами их назвать, но действительно 2 пьяных динозавра.
Я понимаю, что на фестивале я такого видеть не хочу. Потому что я хочу, чтобы по максимуму дети могли насладиться этим мероприятием, по максимуму семьи могли насладиться этим мероприятием. А вот такие вот кадры, они, конечно же, портят все впечатление. Поэтому за этим будут следиться очень строго. Продолжаем дальше нашу беседу о том, что еще будет. Гастроулица, да. Мы выяснили. Гастроулица. Будут фотозоны интересные, тематические, на фоне воздушных шаров, там, начиная с автомобилями, заканчивая, я так предполагаю, еще и с мотоциклами какими-то. То есть там будут еще и автомобили, еще и мотоциклы помимо шаров, еще что? Полетит кто-нибудь, что-нибудь? Сверхлегкая авиация. Это парапланеристы. Буквально, скорее всего, завтра, послезавтра в очередной раз поеду на площадку. Мы сейчас прорабатываем возможность сделать намного длиннее взлетную полосу. То есть для парапланеристов, то есть это вот это вот парашютное крыло, ну, специальная тележка с пропеллером сзади. Которая у нас на русском часто где-то. Да. То есть ему для взлета много не надо, он может легко это сделать. Какие-то там автожиры, вертолеты небольшие, они тоже с любой площадки могут взлететь. А мы сейчас прорабатываем возможность сделать длинную полосу, чтобы могла еще разместиться малая авиация. То есть уже более такие маленькие пассажирские самолеты. Они катать будут кого-то? Или просто какие-то пируэты в небе выдавать? Пируэты и так будут, потому что там аэродром Новороссия рядом, я уже с ребятами договорился, они сразу сказали, типа, мы по-любому над вами полетаем. Если можно будет приземлиться, то да, здорово, потому что будет возможность с этими моделями пофотографироваться, с самолетами, и на некоторых можно будет, да, полетать, потому что там есть квалифицированные пилоты, есть пассажирские именно такие самолеты, которые без проблем могут кого-то взять с собой на борт. Потому что у них там, это авиаклуб, у них много летной техники одноместной. А, ну то есть, да. Да, там пассажиров просто-напросто не посадить. Это прям фанатики такие. Они для себя берут, что вертолеты, что самолеты. Я на них сбоку когда смотрел, там действительно просто сел, вокруг тебя небольшая капсула и крылья. Все, больше ничего нет. Там даже если захочешь какую-то барсетку положить, ее проще, не знаю, крылу примотать, пусть болтыхается. Ну, типа такого. А другие все-таки занимаются, ну, катают людей. То есть это хотим, чтобы было, будет на днях вот известно. А какие-то, не знаю, там, конкурсы, викторины, мастер-классы, концерты, что-то такое? Так я еще не закончил. То есть будут и мастер-классы, аквагрим, ну, какой же фестиваль без попкорна и сладкой ваты. Будут разнообразные интерактивы там от партнеров, от инфор-партнеров, которые будут разыгрывать разного рода призы. Будет ярмарка, кстати, местных кудесников наших приморских, где можно будет приобрести какие-нибудь там браслеты, сувениры. То есть, насколько я знаю, они даже готовят очень много интересных вещей по тематике фестиваля. Можно будет прокатиться добавочно на квадроциклах, на багги. То есть там есть отдельная такая дорога по кругу фестиваля. То есть можно будет там еще такое мероприятие себе устроить. Ну и, конечно же, главная сцена, на которой проходит много культурно-массовых событий. Первый день он такой идет музыкальный, то есть днем будет официальное открытие фестиваля, будет выступать представитель администрации. Очень хочу, чтобы открывал фестиваль губернатор, ну, пока неизвестно, будет известно по его графику. Да, если он вообще с удовольствием. Если он там будет, мы об этом будем знать. Ну, конечно, все будут знать. И в первый день будут выступать разнообразные вокальные коллективы, музыкальные коллективы. До самого вечера в перерывах между ними будут выступать разнообразные ведущие. Я так предполагаю, даже будут радиоведущие. И тоже с главной сцены разыгрывать, проводить какие-то интересные интерактивы. Ну, а вечером это дело закончится еще и салютом. Да. Класс. Да. Второй день, он более такой тусовочный. Он уже более насыщенный, энергичный. Да, на сцене уже будут выступать диджеи, разнообразные танцевальные коллективы. И к вечеру вот этот оборот будет страсти увеличиваться. То есть где-то 7 часов вечера уже более такая насыщенная. Детей закрываем в палатках с 7 часов вечера, родителей. Не, ну почему? Там же культурное мероприятие. Ну, да. Без этого никак. В итоге там начинаются уже диджеи совместно с танцевальными коллективами, там с подтанцовкой. Будет диджей прямо играть на виниловых пластинках.
У него прям желание такое, он когда узнал про фестиваль, говорит, все, с удовольствием так раз заканчиваю здесь карьеру и приезжаю в Питер. Ну, вообще отлично, у вас это и сделаю. И с 9 часов вечера будет выступать хедлайнер мероприятия Алиса Вокс. Это, причем она будет петь вот эти вот всем известные песни на Лабутенах, «Экспонат», ну и все. Но это и есть тот самый хедлайнер, который держится, да, в тайне. Именно так. То есть это уже не тайна, это уже мы описываем и в соцсетях, и на официальном сайте не указали еще, но... Да, будет Алиса Вокс, да, выступать, то есть у нее шоу программа где-то на час, и после ее выступления снова мощный диджейский сет и лазерное шоу. То есть так будет заканчиваться уже второй день. Третий день, он более лайтовый, душевный идет в этом плане. Для меня он душевный, потому что будет выступать очень большое количество детей на сцене. Это разные школы вокала, там, по-моему, что-то... Как бы нет 6 лет многие участники, то есть их там много будет. Это вокальные выступления, танцевальные выступления, спортивные даже выступления. Это будет выступать, вечно путаю правильное название, Федерация спортивной аэробики, по-моему. Угу. То есть они вот делают эти спортивные элементы как раз под музыку. И там, когда еще много участников в этих костюмах, выглядит ну прям очень круто и эффектно, я так бы сказал. Ну и к вечеру уже как официальное такое закрытие, но до 11 часов все так же будет все работать, будет... летать шары до 11 часов вечера, ну и уже конец. Уже конец. Да, воскресенье. Сложно было устроить и организовать это, потому что я так послушаю, там и то, и то, и то, и все в одном, 3 дня, это мне напоминает какой-то зарубежный фильм, где вот показывали раньше американскую молодежь, они заезжают в какое-нибудь поле тусовка, и там происходят американскими ярмарками. Да, с американскими ярмарками сравнивали уже этот фестиваль, что действительно будет такая атмосфера. А, кстати, забыл добавить, будут еще конные прогулки, лошади, но не как на набережной, что вот это вот там волшебный единорог. Рок и... Нет, полноценные конные клубы и все остальное. Да, то есть чистые, красивые, ухоженные кони. Девушки, которые катают там, в клетчатых рубашках, джинсах. То есть действительно немного атмосфера создается. Да, интересно. То есть там очень много будет из дерева сделано. Мы хотим сделать там фотозону с сеном, к примеру. Причем это в Москве увидели. Есть желание сейчас тоже это организовать. То есть чтобы действительно, заходя на территорию фестиваля, можно было погрузиться в другой мир, я так бы сказал. Только не какой-то сказочный фэнтези, а наоборот, тот такой вот душевный, приземленный и интересный. То есть даже эпитетов иногда не хватает, вот когда рассказываю про фестиваль. Сложно его организовать было? Сколько времени понадобилось? Не знаю, год, 2, 10 лет? Идея сделать фестиваль, просто идея, возникла под конец апреля 2022 года. Ну, совсем недавно. Да, это была просто так идея, а почему бы и не сделать? И с этого все, в принципе, и началось. То есть из-за пандемии тоже давно же организацией мероприятий не занимались, то есть была сформирована очень быстро команда, которая помогает мне в реализации всех этих действий. Было за короткое время найдено огромное количество информационных партнеров, которые просто реагировали, типа, вау, прикольно, хотим, да, понятия не имеем, что это такое, но звучит прикольно, хотим. И быстро согласовал с администрацией. То есть у меня сразу был такой бзик, что я хочу действительно развить туризм в Приморском крае, я хочу, чтобы про Приморский край знали на Западе, а не так, как меня там встречали, и когда узнавали, что я из Приморского края, они как отвечали, типа, ой, там правильно сделал, что тут уехал, там жизни нет. Причем это люди такие, которые дальше Уральских гор никуда на восток не ездили вообще. То есть я хочу, чтобы действительно про нас знали, и хочу, чтобы правительство в этом участвовало, потому что я здесь живу, родственники мои здесь живут, там, и хочется это активно вот развивать. Департамент туризма тоже был сильно удивлен, когда я в наглую к ним пришел без звонка, без письма, просто «хочу». Здравствуйте. Да. Я говорю, что вы тут? Ну, вы, конечно, молодцы, ВЭФ делаете. Я говорю, давайте сделаем что-то еще для людей. Я говорю, ВЭФ больше для предпринимателей, для экономики, я согласен, это во мероприятие. Но для людей, ну, много чего нету, давайте сделаем. И что, каков был ответ?
Ну, ответ был, конечно, сначала очень забавный из категории, что, блин, ну, слишком поздно, не успеваем там грант какой-то вам сделать, там где-то что-то поучаствовать, как мы можем денег дать? Вроде мероприятие интересное. Когда я им сказал, что мне денег не надо, поддержите меня по всем другим фронтам, там согласование там, с площадкой, там, с электричеством, с информационным освещением, согласованием площади борцов революции, этих всех вещей. Они так заинтересовались. Когда я им предоставил еще расписанный полностью этот проект, Арсений Петрович, глава от департамента туризма Приморского края, пригласил меня к себе, посмотрел на меня, что я живой человек с интересным проектом. Он говорит, блин, круто, действительно классно. Когда он узнал, что это ежегодное мероприятие будет, он прям... А, это будет ежегодное мероприятие. Конечно, да, это ежегодное будет мероприятие всего лишь закупаем. То есть, и поэтому Арсений Петрович мне сразу сказал, говорит, блин, поддержим по всем фронтам. А и действительно, если официально даже на сайтах везде пишется, что при обращении там, в госорганы, да, присылайте там, на официальный почтовый ящик, в течение месяца мы это разберем, да, ответим, назначим ответственность. Когда я понимал, что у меня нету месяца. Да, я им просто уже звонил на телефон, мы уже переписываемся в WhatsApp, быстренько все согласуем, причем там на площади борцов революции что-то надо сделать, я вот так вот снимаю, говорю, так, мы вот это вот все согласовали, тут же я схему отрисовал, тут же у меня команда сформировала все-таки официальное письмо, чтобы это было. Ну, бюрократию никто не отнял, то есть это действительно важно. То есть мы это отправили, мы это согласовали. Мне прямо в WhatsApp уже с департамента пишут, типа, держим за вас кулачки, что все получилось. И это, ну, это многого стоит, это арбитрского. То есть это действительно тот момент, когда по-настоящему ощущается поддержка, поддержка от правительства. Если там многие любят жаловаться, что вот, от нашего государства ничего не получишь, ребят, ну, может, просить вы не умеете. То есть, когда делаете что-то стоящее вот по себе, знаю, да, там действительно хорошо откликаются, хорошо поддерживают, не только там физически, материально, но и морально, что тоже очень ценно. Но вообще нюансов по организации это да. Постоянно, то есть заказчика мероприятия это нету, все делаем своими силами. Масштабы мероприятия... Масштабы огромные, поэтому да. Я и говорю, насколько плюс, это подготовка там площадки, это спецтехника, это нужно как-то туда довозить, там куча оборудования. Это, не знаю, это бессонные ночи, это 24/7 каких-то активных там переговоров, поисков интересных подрядчиков, людей, которые с удовольствием реагируют и говорят, что, блин, да, давайте мы тоже поучаствуем, хотим. Ну, то, что мероприятие такое интересное, что хочется стать его, ну, ближе, да, прикоснуться, это очень круто. То есть у нас даже вот точно так же артисты набираются, да, они прям пишут через официальный сайт, на почту, либо на рабочий WhatsApp, что, блин, мы хотим у вас выступить. И мы, вот. У нас так концертная программа в основном собирается. В основном от всех желающих, так интересно. Сами пришли. Ну, условно, да. То есть кого-то мы там нашли и начали искать, да, а большинство там уже сами приходят и говорят, типа, блин, круто, хотим. То есть присылают свое там, условно, портфолио, аудиотреки, там, видеозаписи. Я так смотрю, думаю, о, ты классно на третий день подходишь, ты на первый, ты на второй, и вот это уже все собирается. Круто. И сейчас очень мощно идет проверка команды от режиссерского центра, вот благодаря этому фестивалю. То есть я понимаю, что мы сейчас фестиваль этот проведем, и этой команде будет ничего не страшно. То есть мы будем способны реализовать все, что угодно. Потому что за короткий срок сделать подобного рода мероприятие с нуля. Действительно, с полного нуля, даже с отсутствия площадки. Ну вот я только хотела сказать, да. Со скошенной травой. Это что-то на самом деле немного нереальное. У меня, наверное, везет в том плане, что я немного псих, без тормозов. В хорошем смысле. В хорошем смысле, конечно, слово, да. И когда мне хочется чего-то достичь, я просто хочу, я нахожу возможность. То есть я не сижу, не причитаю, типа, вот, была площадка, я сделал, был бы артист, я сделал. Не, я просто беру, делаю, нахожу, знакомлюсь. Навык коммуникации в этом плане помогает вообще очень шикарно. И хороших людей найти тоже несложно. Они есть, я всегда так говорила, что хорошие люди есть, надо просто уметь смотреть в правильном направлении. Да, именно так, по-другому быть не может. Ну и процесс подготовки все еще идет, все еще куча незакрытых задач. Еще времени, с учетом того, что в конце апреля все это только сформировалось, еще куча времени. Ну да, когда в конце мая у меня даже не депрессия, легкое, наверное, состояние апатии, когда у меня уже опускались руки, я думаю, блин, осталось там 3 месяца,
Мама, не горюй, ну что же делать, ну может я зря это затеял, а я уже понимаю, что, блин, ну заявился уже и в администрации, уже там официальные письма везде разосланы, уже там куча инфопартнеров, уже все на меня смотрят, а я вот так вот сижу дома и думаю... Ай-яй-яй-яй, что же делать, да? Вообще, да, это... А у меня на тот момент даже площадки не было, я даже не знал, где делать этот фестиваль. То есть у меня уже много людей меня поддерживали, уже согласились, мы с кем-то даже соглашение подписали, а я еще понятия не имею, где я буду делать. То есть я просто говорил, ну, где-то за городом Владивосток, потому что в городе места нет. А где, я не знаю. У меня площадка утвердилась, наверное, ближе к середине июня, что я остановился все-таки на Стеклянухе, что там действительно реально разместить и сделать подобного рода мероприятие. А до этого вот ко мне тогда подошла одна знакомая девушка, посмотрела на меня и говорит, Дим, ты начал делать фестиваль меньше месяца назад. У тебя уже есть то-то, 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 то-то. Чего ты паникуешь? Я думаю, ну, она логично, права. Логично. Я просто назад-то не оглядывался, просто смотрел вперед, сколько надо было еще сделать. Думаю, так, все, собрался и пошел. И вот уже осталось совсем чуть-чуть, и скоро уже это мероприятие состоится. А площадки? Село Стеклянуха, Шкотовский район, да? Да. Потому что я когда общалась с организатором с твоим, она сказала, что многие путают, где это находится, и надо обязательно сказать. Да, очень многие путают с бухтой Стеклянной. И они такие, еще, ой, это недалеко, мы приедем. Причем это даже в какой-то личной встрече мне это говорят. Я так ну, на них... стекляшке 5 шаров, 4 шара я не вот поставишь. Я сам что и поражаюсь, я на них смотрю, говорю, ребят, вы логически рассуждаете. Я говорю, бухта стеклянная, а я вам говорю, что от 6 гектар территории будет то-то, 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 то-то. Я говорю, вы были на бухте стеклянной? Такие, да. Я говорю, как где там 6 можно гектар? Уместить? Я говорю, как там можно это уместить? Там один шар с трудом поставишь, и то ветер дует, его снесет. Это действительно село Стеклянуха. Меня туда привезли, когда ребята сначала показали фотографии там с квадрокоптера, как выглядит эта поляна. И когда мы приехали туда, мне понравилась сама деревня, само село это. То есть там чисто, ухоженно, асфальтик везде, приветливые люди. Вот это вот Бахайское городище там находится. Там раскопки где-то по соседству идут. Да. То есть оно прям, хотел сказать, посреди Стеклянухи, ну, вдоль трассы вот этот на Партизанской. А, и это как раз через дорогу от этого вот городища, от Стеклянухи, вот это вот огромная поляна. Там мимо не проехать. То есть даже человек, который будет ехать просто в сторону Партизанска, он уже будет видеть эту поляну, он уже будет видеть шары, он уже будет видеть авиацию. И во время проведения фестиваля там не промахнуться. Ну, даже уже застройка начнется где-то почти за неделю, уже в тот момент будет активно видно, что там скоро что-то будет. Но площадка такая, она все-таки в отдалении находится, она намеренно так далековато искалась? Или это все-таки вынужденные обстоятельства, потому что нужна была большая территория? Скорее вынужденные обстоятельства, потому что так как фестиваль воздухоплавания с воздушными шарами, мы зависим от погоды. А там погода получше, наверное. Там погода получше, потому что есть небольшая удаленность от моря. Потому что возле моря задувает практически постоянно. При привязных полетах, вообще, при установке воздушного шара, сильный ветер – это, ну, беда. То есть, чем мы на площади не смогли поставить. Там купол сдувает, ну, не получается его наполнить, поднять. То есть, если бы это он просто надул и улетел бы сходу, там еще можно было как-то постараться. А если нам надо, чтобы шар стоял более-менее на месте, там это были привязные полеты, поэтому приходится немного, ну, выкручиваться в этом плане. Ну, и плюс должна была быть ровная поверхность. То есть без каких-то деревьев, сопок, когда Приморский край – это один сплошной сихотолинский хребет, то есть найти огромнейшую поляну свободную, это проблематично. Ну и чтобы там комбайн еще не ходил, ничего не срезал. Поэтому больше вынужденная, наверное, мера. Ну, но зато поляна нашлась, так да. Как нужно. И мне там что понравилось, она по кругу окружена сопками. И в сентябре это еще бархатный сезон, разреженный красиво воздух. Все будет. Пейзажи там неимоверные. И теоретически, ну, на шаре там еще не поднимались, но теоретически при подъеме где-то на высоту 50 метров там должно быть видно море. То есть вплоть до такого, на большом расстоянии там должно быть видно море. Там в районе Фокино, по-моему, где-то в те края, виды там открываются, ну, просто волшебные. Ну и плюс это на самом деле довольно-таки известный, там и Арсеньев вышел где-то в том месте, так раз в городище пришел, условно. Ну, плохо я знаю историю, стыд и срам, да? Но там довольно-таки раскрученная площадка.
Последний вопрос задам. Цены. Цены делаю минимальные, чтобы максимум количество людей могло это дело посетить. Ну, бесплатно сделать тоже не могу, понятно, потому что заказчика нет, да, а как-то мы выкручиваемся. Первый и третий день – 450 рублей с человека. Второй день, так как более насыщенная шоу-программа, 900 рублей с человека. Проходка на все три дня, кто хочет на все три дня там приехать, либо с палаткой заселиться, либо просто каждый день туда приезжать, 1200 рублей. При этом дети до 12 лет бесплатно, причем исключительно до 12 лет бесплатно. То есть билеты себе берут только взрослые. Ну и помимо всего прочего, не только на вход бесплатные билеты для детей, но и на полет на воздушном шаре. А, даже вот так? Да. Интересно. То есть можно своего, можно самому не кататься, ребенка посадить? Ну, в сопровождении взрослых, конечно. А то кто за ребенком будет следить? Да. Я хочу, чтобы это мероприятие посетило действительно как можно больше детей. Потому что я понимаю, когда вот такие масштабные, яркие, насыщенные мероприятия, и при этом, ну, то, что воздушные шары где-то за городом, это очень сильно сказывается на восприятии детском. То есть и на взрослом, конечно же, тоже, но дети, они более восприимчивые. Когда они видят вот такую вот красоту, они начинают мыслить по-другому. То есть они понимают, что у них жизнь не ограничена только тем, что они видят. Ну, маленького города какого-то, да, не дай бог еще там пьяных родителей, либо там просто родителей, которые постоянно на работе, да, он что он видит? Только свой двор, пятиэтажки, там все, да, а тут он видит воздушные шары и что-то такое массовое интересное. И что это, к этому можно прикоснуться, это рядом. А не так, что это показывают по телеку, что это где-то там за бугром. Нет, что это вот прямо именно здесь. И благодаря этому у них будет более яркое внутри вот это вот ощущение, что мечтать все-таки можно. Что можно в жизни что-то еще увидеть добавочно. А потом вырасти и самому еще сделать. Конечно. Ну, я просто очень много в этом плане сужу по себе. То есть, как я говорил, я выходец из Арсению. Я с небогатой семьи, я так бы сказал, да, то есть родители там в разводе. И... Ну, среднестатистическая российская семья. Да, классический. Ну, маленький город, успел даже поработать там на заводе, и когда мне там еще говорили, что вот завод, это все твое будущее. Благо у меня внутри что-то там постоянно крутилось, что, блин, ну я хочу большего. И когда я уехал на Запад, я понял, что может быть большего. Но не все же уехали. Если они не могут увидеть это там, то почему бы не показать это здесь? Потому что я не жалею, что я когда-то там уехал, но путешествовал. Я совершенно по-другому смотрю на мир. И мир этот сюда привез. Это же... Почему бы, да. И сейчас благодаря таким мероприятиям очень много людей могут увидеть мир этот по-другому. Им захочется что-то яркое тоже создавать в жизни. Каждый по-своему. Ну что ж, удачи. Как можно больше людей, чтобы площадка кишила гостями. Чтобы шары поднимались один за другим, и чтобы всем было весело и здорово. Спасибо. В сентябре посмотрим, как это все будет происходить. Я надеюсь, думаю, что фотоотчетов и видеоотчетов будет масса. О, да. Я еще сам профессиональных фотографов, видеографов позову, чтобы везде это потом транслировать. Чтобы Приморский край, мы молодцы. А вы молодцы. Да. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили об уникальном мероприятии для нашего Приморья – фестивале воздухоплавания «Открытое небо». В гостях у нас был Дмитрий Климов, генеральный директор режиссерского центра «Творец», организатор фестиваля «Открытое небо». В студии работала Юлия Ракоцкая. Увидимся на 8-м.